Книга «Открытым оком», тема «Ереси, секты», вопрос 433. Можно ли посещать литургию Богородичного центра? Не опасно ли это для духовного состояния человека? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Смертельно опасно, и какая нужда бродить по помойкам ересей, если знаешь истину? Богородичное учение о Божестве Богородицы – наставление ее эры есть безумие и полное отречение от Христа и Библии. Все их учение основано на диком заблуждении и проклятии всем и вся. Каширское сумасшествие. У меня был знакомый начальник лаборатории бионики Новосибирского академгородка Глущенко Вячеслав Павлович. Как он и где уверовал, не знаю, но принял он монашество и стал Еромонахом Никодимом. Смотрите снимок. Ко мне он приезжал всегда, почему-то только ночью, как евангельский Никодим. Голова его была забита постоянными откровениями и видениями. Вот одно из них. Он лежит на кровати и видит карту Советского Союза. Все с его слов. Загораются лампочки. И он видит Красноярский край, а базу, и что он должен там открыть монастырь, и монахи будут заниматься пчеловодством, и ульи будут стоять прямо в кельях с летками наружу. И далее следует совершенно невероятно. Об этом видении он сообщает патриарху Пимену, добавляя, что этот мед будет покупать у него японский император. Тот по инстанции докладывает Горбачеву Михаилу Сергеевичу. И новое чудо. Отпускает баснословные деньги, вертолеты и бульдозера и срывает половину сопки. Это Хиросима останется на века. Он понимает, что нужна духовная подоплека. Служит он вместе с отцом Геннадием Фастом в городе Енисейске и пишет мне срочное письмо такого содержания. Когда я молился в алтаре во время литургии и внезапно оказался как бы вне тела, и было откровение, голос неба, говорящий: «Все, что начал, исполнится только в одном случае, если здесь будет находиться Игнатий Лапкин. Ясно, что не землю копать. Немедленно приезжайте, иначе будете наказаны Богом». Письмо пространное и подробное. Я мог бы его дать почитать. Это несколько страниц. У меня архив писем, переплетенных 67 томов по 600 страниц каждый. Я помолился, мало ли что, и дал ему ответ: «Помолись, отец Никодим, о самом себе. В какую бездну заблуждения ты уже попал? И суши сухарики на этап». В лагере у меня отдыхал отец Владимир Цветков, священник из Санкт-Петербурга. Психологический факультет в Питере окончил раньше еще. Мы посоветовались, и он поехал к Никодиму. Там он сказал: «Ничего путного у тебя не получится, потому что нет ни устава, ни наставника». К Никодиму едет монах, но его находят повешенным на сосне. Все дело разваливается, и он ждет ареста. Но перестройка, раздрай, все замазывает, и он остается только со своей сестрой и уходит богородичникам. И для того рассказал я эту историю, чтобы знали, что ни одно слово Библии не сказано напрасно. Исаия 55 глава, 11 стих. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Матфея 12 глава, 43 по 45 стихи. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым.
выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Отец Никодим не слушал доброго пастыря, мудрого учителя, златословесного проповедника, истинно возрожденного сопастыря, отца Геннадия Фасты. У этого глущенка не было ни одного места писания, которое он понимал бы правильно, и всегда он настаивал на своем, и уход его к богородничникам совершенно естественен. Сираха, 27 глава, 9 стих. Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем, которые упражняются в ней.